Как уберечь детей от наркотиков и как помочь тем, кто уже столкнулся с проблемой? Эти вопросы обсуждались сегодня на заседании антинаркотической комиссии. С 2011 года в республике проводится добровольное тестирование учащихся и студентов на предмет потребления наркотических и психоактивных веществ. Среди молодых людей есть те, кто категорически отказывается от тестирования. На них следует обратить особое внимание, подчеркнул министр образования. Это поле дополнительного изучения. По данным Министерства здравоохранения, в республике на сегодняшний день на учете стоят 413 детей и подростков, которые стали потреблять наркотические вещества. Среди них растет количество девушек. Больше всего поставлены на учет подростки в Чебоксарах, Новочебоксарске и Алатыре. Только в прошлом году, по данным Министерства здравоохранения, 377 несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, были поставлены на учет. 300 из них выявили комиссии по делам несовершеннолетних. Таких же результатов ждут и от муниципальных антинаркотических комиссий. Антинаркотическая комиссия более активно должна работать с комиссиями по делам несовершеннолетних, со школами, с муниципальными образованиями по выявлению семей, по выявлению вот этих вот детей. И вызывать их не только сегодня на комиссию по делам несовершеннолетних, а именно на антинаркотическую комиссию. То есть это сегодня тот инструмент, который может нам позволить более, ну, скажем так, точечно и целенаправленно выявлять именно потребителей вот этих вот веществ. Ситуация не улучшается. Появляются новые наркотические и психотропные вещества. И одними призывами здесь не обойтись. Нужно использовать все ресурсы, оказывать общественно-политическое давление на владельцев развлекательных заведений, где продаются наркотики, подчеркнул Михаил Игнатьев. Татьяна Трофимова, Андрей Шуклев, Республика.